Я прошла несколько консультаций у Ирины Шулькин на тему финансов. Я буду подглядывать, поскольку у меня тут опорные пункты. Так. На момент моего запроса я оказалась в неком кризисе. У меня случился спад профессиональной деятельности, так как я тренер, а летом люди у нас гораздо меньше ходят на тренировки, а стараются отдохнуть на природе. Таким образом, тема финансов стала для меня очень явной и проблематичной. Я с большим желанием ее решить записалась на консультацию к Ирине. Коуч Ирина Шулькин имеет свой неповторимый метод ведения клиента по закоулкам сознания и подсознания. Быть клиентом на сессии так интересно, потому что коуч задает неожиданные глубокие вопросы благодаря своему интуитивному профессиональному подходу и как будто плетет искусный особенный узор моей жизни. Мы увидели исходные причины моих финансовых проблем, принципы жизни моего папы, например, а еще много неожиданных сложных поворотов ожидали меня на пути поиска причин кризиса и тем более методов решения. В результате сложных интриг, путешествий по времени, мы вернулись с шикарным результатом, идентичностью мастера. Она мне очень понравилась, дала мне много сил и энергии, вдохновила на новые действия, расширила мой личный диапазон. И спустя несколько дней после консультации я заметила явное пополнение клиентов на моих группах. Даже был побит рекорд посещаемости. У меня был полный зал, и не было места даже для новеньких. Я удивлена и, конечно, очень рада. После моих реальных действий под влиянием новой идентичности я веду себя уверенно, достойно, ведь я мастер своего дела, профессионал в своем духовном бизнесе. Ко мне все больше обращаются за советом и помощью, как и обещала Ирина. И я это правда вижу. Мне платят больше денег за то, что я умею делать. Спасибо Ирине за вдохновение, осознание и реальный результат. Обращайтесь за консультациями. Пока.